Хочу на зеленый. По-моему, так это... Что? А, что? Напить. Ой, реально можно пострелять? Давай. Привет, крошки! И я пришла, по сути, на необитаемый остров. Но пока что это так, но сейчас я буду строить тайкун. И как вы думаете, что же это будет? Ну, я думаю, по обложке же и так понятно. Да, это будет парк аттракционов. Дело в том, что тут небольшая есть проблемка. Тут нельзя выйти с острова, поэтому я сегодня одна. Я, конечно, могла позвать ребят ко мне строить тайкун вместе, но они бы строили у себя и не могли бы ко мне прийти, поэтому это было бы немножко грустно. Поэтому я решила, что попробую достроить, а потом как-нибудь найду способ их пригласить. Вот, у нас есть первая кнопка, и это левый столб. Что? Ладно, давайте посмотрим, что такое левый столб. Скорость заработка увеличена. Где мой левый столб? А, вот, вот он, левый столб. Ладно, маленький левый столб. Так, ну давайте маленький левый столб. В чем суть вообще этих столбов? О, тут есть правильный столб. Господи, я обожаю перевод Роблокса, это просто шикарно. Так, давайте посмотрим, что значит правильный столб. Потому что вот это у нас левый, а это маленький. Или маленький левый, я уже не помню. Так, а вот это правильный. А, они, наверное, хотели написать правый. А потому что это левый, они же одинаковые. А зачем тут банкомат? Еще один, вон же банкомат. Они одинаковые, ребят? Да, по-моему, одинаково деньги копятся. Так, а если заберу тут, там... Можно забрать? Нет. Хотела обмануть систему. Так, правильный маленький столб. Ну да, видимо, это только просто правый, а не правильный. Ну, короче, считайте, что те столбы, которые справа, они правильные, а слева они левые просто. Вот. Суть всей игры. Так, ну давайте купим вывеску и флаги, потому что... Оно нужно? Где они? А, это вот такое вот маленькое все. И дорогу. На дорогу пока что не хватает. Теперь хватает. И... Угу. А простите, откуда мы идем? Вот что тут происходит? Ничего не понятно, но очень интересно. То есть вы просто появляетесь на острове и строите парк развлечений, а кто тут развлекаться-то будет? Вот я даже не могу ребят позвать. А что это там такое? Вы видите? Видите, вот там вот какой-то маленький... Камушек, ладно, мне свет выключили, к сожалению. Поэтому надо купить столб света. Столб света? Почему он только слева? Левый. Левый столб света. Ну ладно. Ага. Ага. Вы заметили? Слева кусты стоят дешевле, чем справа. Какая-то игра очень странная, вот серьезно. Так, хорошо. А тут стоило 54, там 60. Сейчас проверим, какие будут справа кусты. Может быть, потому что они просто правильные, поэтому они стоят дороже. Так, давайте сравнивать. Ребята, это нечестно. Абсолютно нечестно. Нет, возможно, это только потому, что тут, видите, тут столб стоит, тут меньше кустов. Но, ой, обидно. Так, купить камень один, второй, ну, тоже разница какая-то. Поэтому мы купим дерево. А, угу. Интересно. Так, там еще одно дерево есть. Ну, давайте начнем с дешевого камня. Уверена, на 100% этот камень будет такой же по размеру и вообще ничем не отличаться, просто он стоит дороже. А что у нас за кнопки такие? Ага, они ничего не дают. По-моему, тут что-то было, но что-то как-то подозрительно уже. Ладно, камень. Не, смотрите, правда больше. Ладно, ладно, верю. Так, хорошо, тут куст за 54. И тут куст за 60. Да, побольше будет, ладно. Хотя нет, смотрите, тут больше. Зачем я сравниваю кусты? Кто-нибудь скажет мне, пожалуйста? О, а это не одно дерево, смотрите, уже деревья. Ну, меня больше всего волнует то, что когда у нас будут вообще аттракционы? Базу. Базу купить. Простите, тут база 132 доллара стоит, а тут 780. Интересно, конечно. Опять столбы света. Что ж такое? А, вот там еще деревья. Давайте деревья купим. Ребят, я уже купила базу, но мне предлагают еще одну базу купить. Что это значит? А, это значит, что у меня закончились деньги. Так, ладно. И что это? Это... А что, если тут будет чертово колесо? Подождите, подождите, нужно столб света купить. И кажется, это тоже нужно купить, потому что... Ага, корзину. Корзину мы не можем. Так, нам тут еще одну базу предлагают купить. Ладно, давайте купим стену, посмотрим, что будет дальше. А, это даже не одна, очень приятно. Так, значит, можно купить еще полку. Смотрите, это будет
Это можно будет стрелять по мишени и, видимо, выигрывать какие-то призы. Ой, смотрите. Так, не хватает немножко на оружие. Можно? То есть я, по сути, мишень? Ладно, уходим. Так, берем оружие. Да что ж такое, флаги? Ну что ж, тут так много кнопок, я не понимаю. У меня не так быстро зарабатывается, как они хотят. Так, воздушный шар. Что это? А, это сюда. Так, и вывеску. Знаете, благо еще банкомат рядом. То есть бегать далеко не надо. Ой, реально можно пострелять? Давай. Так, нажмите, чтобы... Ай, нет, я промахнулась. Обалдеть, ребят. Все, я тут застряла, кажется, на веки вечные. Ага, я никуда не попала, да? Давайте еще раз. Оп. Вы видели, видели? Во, я там, короче... попала куда-то, в какую-то мишень. Ой-ой-ой. Да вы гляньте. Мне же сейчас, наверное, что-то дадут. Почти цель, вы видели, видели? Ну, вообще, так. Ну, вообще-то я тут все уже положила, все мишени. А, когда я стреляю больше... А, по уточкам. Подождите, давайте достреляю, мне кажется... Там мне должны что-то выдать. Так, и осталось... А, там мишень, кажется, поднимается, да. Со временем. Так, а... Одна уточка осталась. Вот, все. Я всех победила, но, к сожалению, мне ничего не выдали. Никакого подарка, поэтому, смотрите, зато у меня очень много ребят, которые довольны. Им очень много денег. Так, ну все. Знаете, это своеобразный все-таки подарок получается, потому что мы можем еще купить базу. Интересно, что же будет здесь? Неужели такая же штука? Серьезно? Так, понятно. Ничего особенного. Так, должны сейчас ребята набежать. Ага. Слушайте, это очень здорово. Я люблю такие вещи, когда можно вот так тут строить, а люди радуются. Вообще, тайкуны это очень залипательно, конечно. Итак, у нас есть база с этой стороны. Столб света. Мне кажется... нет, тут не может быть такое же. Это что? Что это? Так, нам предлагают купить кнопку, но мне кажется, это уже есть кнопка сама по себе. Ну, давайте. Так, и что? Молот. Ай-яй-яй, я хочу в эту игру поиграть. Это же шикарно. Так, можно взять молот? Нет, наверное, еще стрелу. Да, стрелу же надо еще купить. Еще не до конца все готово. Так, мне уже очень интересно. Да что ж такое, нельзя поиграть, да, еще? Эх. Ну что, вы готовы? Мы сейчас узнаем, сколько у меня сила. Хочу на зеленый. По-моему, так... Что? 5 тонн! Больше даже, чем 5,5. Обалдеть! Так, хорошо. Но мне правда нужен на зеленый? Так. Сколько? Ребят, вы не представляете, насколько я сильная. Так, я должна добиться зеленого цвета. И... Сколько, сколько, сколько? 9844. Ну все, мне кажется, я тут победила абсолютно всех. Ну так, не связывайтесь со мной. Я очень сильная. Ну, а пока у нас там ребята играют, пока что мой рекорд никто не побил. Я дальше буду строить... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага. С чего бы начать? Давайте самого дешевого. Тут самый дешевый, по-моему, куст. Так, я предлагаю сначала купить вообще абсолютно там все. Камни, деревья, кусты. Чтобы потом не заморачиваться и покупать все остальное. Вот, смотрите, база уже 1300 стоит тут. Ну что, смотрите, я купила все кусты, деревья, камни, абсолютно все. И сейчас будем покупать базу. Что же здесь будет? Очень интересно посмотреть. Ничего себе. Так, столб света. Что, прям здесь? Может, какой-то маленький каток? Так, можно еще купить стену. А, это, наверное, будет еда какая-то. Но пока что я могу здесь стоять в качестве, не знаю, куклы, например. Так. Слушайте, так тут, наверное, молочные коктейли будут продавать. Так, покупаем витрину. А, смотрите, ничего себе, кола стоит. Вот это да. Ага, все, теперь туда не запрыгнуть. Очень жаль, конечно, я бы замуровалась бы там всегда. Слушайте, ну мне кажется, что вот тут будет что-то очень интересное. Возможно, там даже будет чертово колесо. А может быть, американские горки? Слушайте, что такое дорогая кола? Я что-то даже не ожидала. Ну, вообще, честно говоря, тут места очень много на участке, на этом острове. Поэтому я думаю, тут много чего мы сможем с вами построить. О, смотрите, а что? Напить. Понимаете, когда вы хотите
взять в руки напиток. Это не напиток, а напить. Откуда у меня люди? Смотрите, они падают с неба и идут сюда. Какой кошмар. А, смотрите, нам проспойлерили, тут будет фонтан. Ну что, ребят, смотрите, я купила абсолютно все здесь. Свет, скамейки, деревья, кусты, камни. И теперь можно построить фонтан. Мастер задач! Я думала, что он мне даст такое. Так, что он хочет? Так, мы можем получить задание. И что это такое? Задача... Поиграть! Да? Да? Нет? Да. Я думаю, что такое? Ребят, нас обманули. Что? Пыляем стен? Видимо, надо почистить стену, как я понимаю. Даже не знаю, что я сделала. Ну да ладно. В принципе, что-то сделала. Смотрите, а там все еще не побили мой рекорд. Господи, вы только гляньте, сколько народу у меня здесь. И как они сюда попадают, вообще непонятно. Вот если бы можно было так ребят пригласить, конечно, тут вообще нельзя... Знаете, когда готовилась к этому видео, я зашла, посмотрела, тут как раз сервер на четверых, и я просто пробежала по всему периметру острова, и нигде нельзя выйти к воде, то есть, по сути, скорее всего, сюда даже нельзя никого пригласить. Ребят, я открыла награду, а тут за деньги можно купить себе питомца. Посмотрите, а это за перерождение, да? Ого! 9 миллионов утка, кошмар. Слушайте, ну у меня есть почти 10 тысяч, кролика я не хочу брать, возьму, наверное, песика, потому что, а почему бы и нет, мне он нравится. Так, смотрите, какой хороший, и что он будет делать? Он будет меня охранять, наверное. Так, давайте, чего такая дорога дешевая? Ой, божечки, сколько же здесь всего... Вот это уже интересно. Да что ж такое, нам тут все предлагают вот это купить, а я хочу в центре посмотреть, что же тут будет. Мне кажется, тут будет чертово колесо. Ну что, я все купила вокруг, это заняло очень много времени, но теперь мы готовы узнать, что же будет здесь. Давайте посмотрим. Чайник? Что? Что за чайник такой? Ладно. Я не очень понимаю, что происходит, но это забавно. Ну что, давайте, наверное, купим одну кружечку чая. Даже две. Ну ладно, я в зеленую, пожалуй, сяду, если можно. Нельзя. Ну да ладно, я думаю, и так сойдет. Смотрите, забавно очень выглядит. Я не знаю, что это будет, но будет какой-то аттракцион, и, возможно, в него можно будет поиграть. Ну, а я думаю, я накоплю еще побольше, потому что это очень долго. И в следующий раз приду и продолжу этот тайкун, если вам понравилось, конечно же. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!